Всем привет и всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. Приветствую, я из машины, еду я одна. Так, подождите, была пробка, сейчас я еду. Так, у нас ужасные пробки, я не знаю, с чем они связаны. Двигаемся как черепахи, никак даже не могу выехать из нашего города. Что это за закон такой? Я только беру в руки камеру, пробка начинает двигаться. Только телефон кладу, все, опять стоим. В общем, еду я в Ройтлинген, в ТК Макс хочу. Специально в ТК Макс еду, может, зайду в H&M. В России это называют H&M. В Германии это говорят, кстати, H&M. Вот, ищу платье для Софийки на ее день рождения. Если в ТК Максе нашем и в H&M ничего не найду, то хочу, если честно, поехать в Штутгарт. И вообще у меня в Штутгарте есть дела, которые мне нужно решить. Я не знаю, знаете ли вы или нет, у меня машина — это дизель Euro 4, Euro 4, и на Euro 4 на машине, то есть дизельные выхлопы, да, мне нельзя заезжать на моей машине в Штутгарт. Но я хочу в Штутгарт поехать по летней карте. Все вы, наверное, знаете, кто живет в Германии. Сейчас Германия сделала как бы подарок всем жителям Германии, можно сказать, да. На месяц июнь, июль и август продается Monatskarte, то есть это месячная карта на поезда, автобусы, даже метро действует, U-Bahn, 9 евро всего лишь. То есть по всей Германии вы можете ехать по этой карте, которая стоит 9 евро. Вот я хочу ее сегодня купить и по этой карте поехать уже в Штутгарт. На моей машине туда все равно нельзя. Напишите в комментариях, кто уже приобрел эти карты, потому что я знаю, сейчас ажиотаж на эти вот эти Monatskarte, месячные карты, и кто уже купил и кто куда уже съездил. Вот мы хотим, когда у Игоря в июне у нас будет отпуск, мы хотим по Германии немножко покататься этими карточками. Слушайте, пробка настолько серьезная, что даже все повыключали машины. То есть там впереди меня просто грузовик, и я не вижу, что там впереди происходит, да? И походу там очень все серьезно, что все даже выключили машины. У меня как всегда, блин, уже домой возвращаться, а я даже еще из дома не уехала. Вот так вот у меня всегда получается. Проехали мы место причины, это была авария. Но сейчас давайте посмотрим, какая огромная, скорее всего, пробка. Гегенферкер, это я не знаю. По-немецки это Гегенферкер, ну вот встречная полоса, вот, у встречной полосы какая, я представляю, она, наверное, на несколько километров, потому что здесь стояли полицейские и регулировали движение. Посмотрите. Я надеюсь, когда я буду возвращаться домой, этой пробки уже не будет. Я что-то уже это очкую, я уезжаю из дома, надеюсь, эту причину, аварийную ситуацию уже исправят. Посмотрите, это все пробка. Нас Гегенферкер, опять вот водите, я по-немецки. Ибрагимом путь дорожку в больницу, как уже я и говорила, за анализами. Вчера погода совсем другой, а сегодня дождь. Ну, конечно, я рада этому дождю. Наверное, кто в квартире живет, конечно, нет. Ну, конечно, только, знаете, одно, да, дождь. Ну, холодная, да, погода. Сразу же сейчас помидорки, огурчик так прижмутся, что-то тепло искать будут. Ну, завтра уже погода показана, сразу уже в прогнозе, что тепло будет. Прямо у нас ливень. А, ну, дождь. Ливень, сильный дождь. Сильный дождь, ливень, как стеной стоит. Это же ливень уже называется. Почему? Стеной прямо. А стеклышко что-то у нас потеет. Почему, Ибрагим, на стеклышке потеют? Между прочим, знаете, вот когда в жарную погоду едем, конечно, теперь в любом машине мне кажется кондиционер. Ибрагим ругается, когда я включаю кондиционер. Говорит, бензин жрет машина.
Да. А я, конечно, не слушаюсь, я все равно включаю. Настырно. У вас тоже так же? Мужья ругаются или вы сами не включаете? Мне кажется, а для чего тогда кондиционер? Говорит, окно. Я говорю, все равно, если окно откроешь, все равно это против ветра едешь, все равно расход бензина идет. Нет, иди ему, докажи вот это. Были поликлиники, взяли мои анализы. Потом сразу же дневной стационар. Зашла, записали меня на 16 июня к врачу, что назначит мне лечение, какие системы, уколы. А потом я уже эти препараты, если нет у них этих препаратов, они назначат, что купить. Ну, короче, 16 июня мне прием к стационару врачу. Мне сегодня везет, видимо, по полной. Сегодня ничего не предвещало дождя, и начался дождь. Ну ничего, я уже недалеко от магазина, бегу. Давайте вам покажу выбор платьев. Вот такие есть платья. Очень празднично смотрятся, но вот эти по подолу единороги меня почему-то смущают. Не знаю, как-то они тут ни к селу, ни к городу. Вот этого было бы достаточно. Вот такие платья есть. Тоже очень нарядные, но я сейчас покажу, что мне понравилось. Мне понравилось вот это. Вот такой вот верх и вот такой вот низ. Он пышнее, потому что он завязан тут прям туго. Так, если раскрыть, он попышнее. Не знаю. Мне кажется, оно и большевато будет. Но материал очень плотный, хороший. Здесь тюль очень такой хороший, тоже мне понравился. Пока возьму его, в руках буду держать, если что-то другое не найду. Такие слишком пестрые я не хочу, если честно. Они тоже так-то красиво, пушненько смотрятся. Но очень уж пестро. Не знаю, мне такое не нравится, слишком пестрое. Вот это вот тоже очень празднично выглядит, на черном золотой. И вот такой же опять же низ, потому что это одна и та же фирма, видимо. И все по одному и тому же стилю сделаны. Но черный, мне кажется, для ребенка все-таки мрачновато. Это для нас, для взрослых. Черное золото, красивое сочетание для детей. Кстати, это платье, вот это вот, я нашла в Софикином размере. Мне кажется, я его и куплю. Уж очень оно мне понравилось. Если что-то еще лучше не найду, куплю, скорее всего, его. Такамакс, мне также нравится очень выбор всегда пижам и белья. Почти многие пижамы, мне кажется, у меня приобретенные как раз-таки в Такамакс. Чаще всего это очень хорошее качество и хорошая цена. Вот очень хорошенькая пижама на лето. Шорты и майка. Мне так жарко спать. Так, смотрите, вот 19 евро. Две части. Дона Карана Нью-Йорк. Мне кажется, знакомить с этой маркой вам не нужно. Все знают этот парфюм «Зеленое яблоко» от этой марки. Это американская марка. Очень хорошая. Кстати, много вещей у меня от этой марки, они очень хорошего качества. Знаете, вот задаюсь вопросом, как можно было пижаму сделать вот с таким элементом. Уже 100 раз поцарапайте себя, когда будете спать. Оно так неудобно, оно такое твердое. Вроде идея хорошенькая, маечка и шортики с клубничками. Но зачем вот этот элемент? Вот зачем? Кто будет в этом спать? И нижнее белье. Здесь очень всегда классный выбор. Чаще всего я тоже здесь приобретаю нижнее белье. И цена хорошая, и выбор, и качество, опять же. Обожаю. Давайте посмотрим. Давайте покажу вам, какой здесь выбор на этот раз. Видимо, был завоз. Очень много, кстати. И расцветок, и моделей очень много. И спортивные. Calvin Klein. Что стоит? 17 вместо 35. Это я вам просто показываю. Мне это не надо. Вот, смотрите, от Tommy Hilfiger спортивное белье. Ой, прикольное, кстати, на лето. На резиночке. Удобное в любом случае. Нигде не обтягивает. Так, 17 евро. Ну, 18 места, 42. Так. Слушайте, я сегодня хотела пожаловаться, то, что вот наш Такамакс очень скучный по поводу марок.
известных марок. И вот на тебе, мне встретилось платье от Max Mara. Только их Max Studio, это как бы немножечко как бы пониже уровень, да? Это относится к Max Mara, но их студию — это такая линейка, которая немножко подешевле, скажем так, 50 евро. А платье стоило вот $148. Вот это платье крестьянки. Вообще очень симпатичное, зеленое, такие вот, с такими цветочками. Здесь резинка по талии, по груди, тоже от Max Studio за 50 евро. Очень классное платьишко. Но я, знаете, что убедилась? Мне не нравятся длинные платья на себе. Вот так мне нравится, но вот на себе мне не нравится. Смотрите, какие классные сандалии мне понравились для Софии. Кожаные полностью. Вообще такие милые. Но, к сожалению, размер. На один размер маленький. У нее 27, а это 26. Не знаю, думаю, рискнуть, что ли, посмотреть, померить. А вдруг? А, блин, так жалко, честно. Мне они очень понравились. А цена-то, посмотрите, вообще 20 евро. А вообще больше ничего нет. Придется тогда в Штутгарте мне смотреть. Рисковать не буду, но все-таки малый. Даже вижу по ножке. Ну, очень классные, блин. В том году искала 25-26, ничего не было. В этом году 27, ничего нет. Посмотрите, какие классные салатницы подвезли. Снаружи из дерева, а внутри, ну, я так поняла, эмаль, наверное, да? Или что это? Вот такой средний размер стоит 17 евро. А вот такой большой, как в Икее. В Икее, сколько я помню, 25. Давайте здесь. Вот здесь 18. Мне кажется, даже интереснее. Ну нет, икеевская тоже хорошая. Ну вот тоже обратите внимание, такая коллекция. Тоже очень классная. А вот это вот вроде минажницы называются, да? Вот там под орешки, под это, с проемами для чего-то. Тоже очень большой выбор в этот раз. Обычно мало. Так, ну много. Вот эти вот тоже как с эмалью. Других больше нету. Давайте посмотрим, что стоит. 17. Кстати, такие вещи чаще всего из Индии. В каком-то уже давнешнем блоге я показывала вам эти зеркала. Посмотрите, их почему-то не покупают. Что даже на скидках они уже. Посмотрите, 18. Насколько я помню, они 35 стоили. Или 25. Не помню. Но посмотрите, никто их не берет. Никому что-то не понравились особо. А вот и ручки для комодов, ну или для дверей, кому-кому. Ну, для комодов, скорее всего, посмотрите, такие вот эти вот очень шикарные. Любой комод заиграет новой жизнью, если вы прикрепите вот эти ручки. Ну, шикарно же, скажите. А когда-то я давно еще видела такие зеленые, как будто это изумруд. Сейчас они голубые, а вот когда изумруд, тоже очень красиво. Ну, любой комод, любой шкаф у вас заиграет новой жизнью. Вы посмотрите, здесь какие часы я нашла. Специально, прям как для механика, да? Моему Игорю бы понравились, да? Он повесил бы ее в гараже. Шучу, конечно, не стал бы он вешать. Но все равно, да, если вы знаете, что мужчина интересуется этим хобби, то можно. Ну, а куда он должен это повесить, я даже не знаю. Стоит 30 евро эти часы. Сейчас я потрогала, сделано, кстати, не очень качественно, так дешевый такой пластик. Короче, 30 евро здесь за саму идею, но не за качество, это точно. Она прям такая вся хлипкая система. Когда я вижу такие часы, мне сразу вспоминается мультфильм или сказка «Красавица и чудовище», который снят в современном виде. Там часы превратились, да? То есть мужчина дворецкий превратился в часы с усами. Вот мне сразу такие часы напомнили эту сказку. Есть побольше, кстати. Давайте посмотрим, что стоит. Так, давайте посмотрим. 19 евро стоит, ну, можно сказать, 20, а большие... Большие-большие. Они такие, кстати, бархатные. Ценника нет на них. Подождите, вот, наверное, 30 евро стоит. Всем привет! Доброго дня! Ой, вчера в понедельник целый день дождь лил. С утра съездили мы с Ибрагимом в больницу и приехали. Вот прямо целый день. Ничего, у нас как будто вчера день отдыха был, да, Ибрагим? Да. Ну, к вечеру здесь решили к тете поехать. Фердя Паларкова в Мангору позвонила, говорю, вы дома?
Ну, позвонили мы, они говорят, у нас сегодня банный день, говорят, приезжайте, тоже, говорит, и банька у вас будет, попаритесь. Я говорю, нет, тогда давайте другой день как-нибудь приедем. Ну вот, сегодня они сами позвонили, говорит, приезжайте к нам в гости. Приехали в гости к тете, мы приехали не в квартиру, а им в дачу. Она уже быстренько давай стол здесь накрывает, приготовила здесь салат, нарезки. Ну-ка, Ферда, поприветствуй твое. Султана вы. О, мужичок уже сидит. О, и рыбка. Где салатки, я Ибрагим там. Грибы. Это сама собирала грибы? Нет, это сестра Султана Майсера. Это густенеч получается? Да, 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 да. Картошка уже варится. Сейчас потом покажу ихнюю дачу. И мне нравится очень большой выбор здесь ежедневников. Кто ищет себе ежедневник и не хочет много отдавать денег, то тоже в ТК Макси обязательно найдете. Я, кстати, здесь брала свой и беру всегда я здесь. Посмотрите, вот такой вот уже сразу с ручкой идет. Стоит 9,99. Тут и кожаные есть. Вот, например, кожаный. Очень такой миленький тоже. 9,99. Вот эти. Вот тоже кожаные. Сейчас почему-то они забросили вот эту тему привоза интересных чехлов для телефонов. Раньше у них такие классные всегда варианты были. И фирменные, и нефирменные. Ну, очень красивые были. А сейчас почему-то вообще не подвозят новые. Пропал, видимо, интерес. Не знаю, с чем это связано. Каждый раз смотрю, но ничего здесь нету. К одежде я даже не хочу сворачивать. Давайте посмотрим, что сегодня по уходовой косметике. Ну, есть выбор, да. Иногда так подходишь, и, ну, видимо, был завоз, раз есть выбор. Есть из чего выбрать, честно говоря. Вот так вот. Мне ничего не надо сейчас. Просто вам показываю. Но мне нужны детские ножнички. Они у нас сломались, именно детские. Смотрю, их нет. Надо, наверное, заехать в Росман. А давайте посмотрим аксессуары. Очки, шарфы и эти, как его, сумки. Ну, я же отсюда вижу, сумок почти нет. Очень мало. Мало-мало, да. Обычно здесь... Ну, конечно, это не мало, но обычно здесь больше. Ой, смотрите, какой дутый вариант. Такой дутик. Дутик-шмутик. 45 евро стоит. На людях мне всегда нравятся вот эти вот панамки. Она мне как горшок смотрится. Смотрите. Думала, куплю, наверное, но смотрится как горшок. Нет, все-таки это дело в модели. С широкими полями симпатично смотрится. Но уже расцветка не та. Розовая. Была бы она такая бежевенькая или какая-нибудь другая. Белая хотя бы, да? Хорошо, но нет. Выбор очков здесь тоже очень большой, но сразу хочу сказать, трендовые, конечно, вы здесь вряд ли найдете. Такие стандартные модели и бывшие коллекции, да? А вот что сейчас трендово, вы вряд ли, конечно, здесь найдете. Но я хочу вот эти померить, чем-то похожи на Prada, которая сейчас актуальная модель у них. Но у них такая дужка толстая. Нет, она, я уже вижу, что она мне мала даже. Трендовые, конечно, не найдете. Точно так же, как с чехлами, обстоят дела с уходом для волос. Раньше у них столько шампуней было, от Schwarzkopf, вот эти профессиональные, в больших бутылях, посмотрите. Сейчас почему-то нету. От Vella очень много было. Знаете, что меня заинтересовало? Вот этот вот спрей. Спрей, чтобы чувствовать себя королевой. Тут написано прям Queen для королевы, да? Для объема, то есть этот спрей это обещает, что будет давать объем волосам. Объема у меня всегда мало, стоит, правда, недешево, 8,99, но это профессиональная марка Bad Heat. Вообще она хорошая марка, даже не знаю, брать, не брать. Очень прям так это обещающе звучит, почувствуй себя королевой туда-сюда. Что делать, девчонки, не знаю. Тут есть запакованный такой шампунь от L'Oréal Professionnel. Посмотрите, какая бутыль. Я этот шампунь буду 3 года, наверное, использовать. Такой большой я тоже не хочу.
Вообще, знаете, мне мастер посоветовал шампунь увлажняющий брать, а не для объема. У тебя, говорит, очень сухая кожа головы, и тебе, говорит, нужны увлажняющие шампуни, а не наоборот, которые сушат. Вот так вот. К одежде я даже не заворачиваюсь. Здесь столько одежды. Это нужно иметь очень-очень много времени, чтобы все это дело смотреть. У меня, к сожалению, нет времени и, честно, даже скажу, желания копаться, искать. Я лучше поеду домой. Давай, Федя, покажи свою дачу. Они сами построили. Здесь вот комната отдыха. О, дети, вы знакомы с этими детьми? Ну-ка, приветствие, девочки. Привет. Всем привет, кто нас смотрит. А, вот. Всем привет. А, здесь вот кухонка. Вот, смотрите. Дальше давай, Ферда, показывай. Может, не убрано здесь? А, айда. А, не убрано. Не. О, здесь опять комната отдыха. Да. Я тоже сама давно здесь не была. Это после бани, наверное, отдыха. Да, а там да, уже да. Как бы это... Здесь и телевизор, и шкаф. Тоже вагонкой обшито все. Мы любим это дело, да? А здесь уже... Ба, здесь... У тебя не чего? Видела. Ты здесь не видела. Ма, здесь еще комната. Да. Комната за комнатой? Блин. Да. Здесь самовар. Это точно уже после бани, надеюсь, уже да, сразу комната, да? Да, пить, да. А то все говорю, после бани, а не комната. А здесь мы воды много вчера от дождей. Ну да, вот и банька, и баня. Это прибан... А, здесь прибанник, да? Да, да, да. А здесь парится. Видите? Печка. О, все, чистота. Прямо. Чистота. Не прямо, чистота. Шляпки у всех есть, да, парится. Молодцы, Фердепа, молодцы. Я сама, правда, давно здесь, лет 4 точно не была уже, можно даже сказать. Потому что эти вообще, вот эти комнаты не были. Нет, не здесь было. Были комнаты. Вот только, как бы, только что построены. Да, построены. Да. А здесь вообще. Ибрагим, ты вообще не узнаешь, там комната за комнатой построили еще. Давай, Фердепа, покажи свою дачу. Красивую. Ты, у тебя здесь все чисто. Ни одного трака, ничего, никакого сорняка не найдешь. Так, давай пока. У нас сильный ветер, может шуметь будет в камере. Извиняюсь заранее. Ой, давайте. Это у тебя баклажаны. Да, цветы вот у меня здесь. Розы здесь. Яблони. Давай ты говори, дай, чего? Дай. А? Ты вперед иди, давай. Нет, нет. Смотрите, сколько ягоды. Но все стесняются себя показывать. Смотрите, сколько ягоды. Это их не дача. Смотрите, какой большой дом, во-первых. Очень большой дом. Здесь плантации ягоды. У меня тоже цветет. Не знаю, ягоды будут или нет. Цветов много, но не знаю, ягоды будут или нет. Здесь, смотрите, ты уже завязал свои помидоры, я еще нет. Смотрите, сколько. Ты сколько это, клумб посадил? Тоже. Здесь чеснок. Смотрите, какой. Ох, богатырь. Ядрен батон. Ты укрыл, да, перцы? Я вчера, позавчера открыла, и на тебе и дождь. Вот так. Здесь. Там крыжовник, да? Это? Смородина, смородина. Навоз купила? Да, да. Я тоже в этом году. Ты что-то дешево. Я по 150 брала. Да? Да. У тебя это конюшня? Да. Смородина. Какой крупный. Черный? Да. Какой аромат сразу стоит. Там малина, яблони. Вода постоянно есть, да, Фердепа? Да. Давайте покажем это. Можно, парни, показать? Конечно. Теплицу. Давайте посмотрим теплицу. Вон, теплица, перцы стоят. Вон здесь, как в парнике теплицы сразу. Совсем другой вид. Огурцы. Вот сегодня мы уже их не огурцы пробовали уже. Салат делали из них огурцов. Вон, видите, сколько огурцов. Вон, ну же огурчики. Теплица есть теплица. Уже кушать начинаешь.
Здесь теплица, а около теплицы вон цветы. Женщины, мы любим цветы. Везде, где пусто место есть, давай быстро цветы. Здесь свекла, наверное, да? Да. Сразу же вижу, что свекла. Свекла очень полезная, очень. Даже вот, вот ты кушаешь листву, это тоже к салату добавлять. Очень полезно. Нашла кого, скажи, учить. Вот так. Вот что мне нравится. Смотри, красота. Вот брусчатку положил, никакого грязи, ничего нет. Полос стираю. Вот. Давайте познакомлю с другом. Как говорит собака, друг человека. Граф, дай лапу. Дай лапу. Ветер сегодня. Да, ветер вообще. Да, хороший. Вольер. Какой большой вольер у него. Опа. Ого, танцует, танцует. Слушайте, сегодня будто весь мир сошел с ума. В Ройтлингене такое столпотворение, я редко такое вижу, сегодня вторник на дворе, вообще не могу понять, с чем это связано. Зашла я в H&M, то есть в H&M, не стала ничего для вас снимать, потому что, во-первых, очень много людей, играет музыка, мне по-любому заблокируют это видео. Приглянула себе такую классную футболку, такую риппен, риппен по-русски это в лапшу, да, вот в лапшу. И две велосипедки, я ищу себе велосипедки, кто хочет быть модным в этом сезоне, очень модно сейчас велосипедки носить с оверсайзом верхом, то, что, в принципе, я ношу, но очередь у кассы, у меня отбилось все желание, вообще очередь, во-первых, у примерочных. Ладно, я на это была согласна, но когда я еще увидела, что длиннющая очередь на кассу, то есть две очереди отстоят, это вообще не для меня было, я, конечно, все оставила и ушла. Надеюсь, когда-нибудь, когда не будет этих очередей, этих вещей, я снова найду. Но я сфотографировала для себя их штрих-коды, надеюсь, я их найду онлайн. А так вообще, конечно, кошмар сегодня, что такое? Реально, сегодня мир сошел с ума. Посмотрите, везде пробки, я иду вот к машине. Я уже думаю себе новый маршрут, как бы поехать по другому маршруту, потому что везде скорая, везде пожарная, везде пробки. И что сегодня случилось? Я что, неправильно день выбрала, чтобы выехать из дома? Что-то я не поняла. Представляете, мы куда идем? Оказывается, сейчас нам новость объявили, мы даже и не знали. Недалеко от них, они вторую дачу купили. Не хватает одной дачи, они вторую дачу купили. Вот идем смотреть. Это вот дачный участок идет. Вперед мужики наши идут вон. Идем к новой даче смотреть, любоваться. Вот второй участок дачи они купили. Давайте, хозяева, показывайте свое богатство земельное. Ого! Давно мы купили фердепа? Зимой. И такой секрет большой держали в себе? Можно. А здесь маленький домик, да? Да, здесь чай пить. А, ты построишь, она здесь дворец. У тебя тоже там ничего не было. Все построили. Да, все построили. Здесь клубники-то, плантации. Ого. Здесь соседская дача. Сколько яблони, тоже деревьев. Ну что, мы едем обратно домой. Погостили у тети. Даже новость узнали. Оказывается, вторую дачу купили они. Дача большая. Но вот, которая сейчас на их не дальше, больше, чем купленные. Да, ведь, Ибрагим, да. По-моему? Наговорились, отдохнули. Теперь домой, уже вечер. Конечно, когда из дома уезжали, Ибрагим сказал, часа два посидим и домой. Но у нас так никогда не получается. Уже вечер.